В государственном унитарном предприятии «Ростов-Автодор» организована работа по профилактике коронавирусной инфекции, усилены медико-санитарные меры. Одной из таких мер является дезинфекция остановочных павильонов. К таким видам обработки решили прибегнуть, чтобы защитить граждан от инфекции и вирусов. Работы проходят вместе с плановой ежегодной очисткой павильонов. Рабочие проведут дезинфекцию всех остановочных павильонов, за которые несет ответственность «Ростов-Автодор». В первую очередь идет обработка остановочных павильонов, которые находятся на основных магистралях. Дезинфицирующее средство не представляет опасности для людей.